То я была в состоянии эффекта, вы что, шутите? Это было абсолютно запланированное убийство. А в чем проблема, да? В моем фирменном стиле, как вы любите, с особым цинизмом. 5 лет я терпела этого упыря в погонах. Да начхать мне на ваш следственный комитет, арестуйте меня за это. Мне плевать, он сам виноват. Единственное, о чем я могу пожалеть, это что я не грохнула его раньше. Это не то, что вы подумали. Разве? Она писатель. Очень талантливая. Агата Север. Не слышали? Нет. Проблема в главном герое ее последних романов. Она решила его убить. А издатели сопротивляются. А убивать-то зачем? Надоел. А вы кто? Я свидетель защиты. Все секреты выблетала? Про номера банковских карт не забыла? Молодец. Ой, ну с этой чертовщиной уже новому участковому придется разбираться, если появится. А он еще и не рисовался даже. Вторую неделю ждут. Слушайте, давайте я вам помогу. Ой, это было бы чудесно. За сумкой посмотрите. Да, спасибо большое вам. Ничего себе подготовились. Вы что, в отпуск или за вдохновение? За встречи с читателями, там 2 дня, не больше. Агата не любит путешествовать. Я вижу. Ой. Ну, у тебя прям, Марусь, талант вешать на себя престарелых ловеласов. Ну, а что ж делать, если вы всех других отстрелили? Не боишься уволить? Не верю своему счастью. Спасибо огромное. Вы нас очень выручили. Да нет. Мужчина, у вас сумка упала! Девушка, пожалуйста, попросите, чтобы задержали отправление! На 3 минуты, пожалуйста! Где жена? Даже не упала. Что ж такое-то? Подождите!
Получилось. Похоже на начало моего нового романа. Пристань, снег, вода, незначительное происшествие с далеко идущими последствиями. Где она? Кто? Маруся, есть вещи, которые всегда должны быть под рукой. Под рукой писателя особенно. Если у вас записной книжки, то она в чемодане. Почему она там? Кто же знал, что вдохновение настигнет вас так скоропостижно? Ты должна знать, Маруся. Знаете, мне вот хватает следить за вашими чемоданами и за всем остальным. Для литагента ты слишком много рефлексируешь. Мне нужна моя записная книжка. А вы нарочно сумку столкнули? Не говорите ерунды. Ну, конечно. Она сама упала. Отвяжитесь. Почему я не удивлена? Потому что защищаете от всяких альфонсов, проходимцев, брачных аферистов, а этот стареющий сатир с пристани. Он помог нам донести вещи. Это же человеческое сочувствие. Вам знакомо? Нет. Я пишу детективы, у меня профессиональная деформация, знаешь ли. Да и чего ты? Я же не твою сумку столкнула. Марусь. Эй. Я смотрю, нас с оркестром встречают. Пристань бы не обвалилась от толпы поклонников. Вы же видите, я пытаюсь дозвониться организаторам. И? Что-то со связью. Это у меня что-то с головой, что я согласилась сюда приехать. Я вас очень прошу, подождите, пожалуйста. Вы не подскажете, когда следующий катер на материк? Неизвестно. Что значит неизвестно? Что-то с двигателем, все отели дошли. Завтра будут разбираться, а сколько займет времени, никто не знает. А это единственное плавсредство, которое идет на материк? Да. И что делать? Ничего не делать. Хотите, подброшу вас до поселка. Ну, как знаете. Глуп, надо было соглашаться. Ненавижу таких типов. Ладно, пойдем. Куда? До поселка недалеко доберемся. А кто дотащит вещи? Маруся, а напомни, пожалуйста, что нас сюда занесло? Ваша знаток считает, что здесь вы зарядитесь незабываемыми впечатлениями. А, ну я уже зарядилась. О! Простите, вы Агата Селев? Да. Вас должна была встретить моя жена. Она всей островной культурой руководит. Очень вас ждала, и тут на тебе давление. Я Арва Пуспанен. Пока вас в гостиницу отвезу. Очень приятно, Маруся, литагент. Жена ваша большая поклонница. Не лопнуть бы от счастья. Вы что-то сказали? Приятно, говорю, очень. А вы давно здесь живете? Сколько себя помню. Говорят, это необычное место. Так и есть. Если останетесь на Кёрген-Пяйва, сами все и увидите. Простите, Кёрген что? Кёрген-Пяйва. Праздник поминовения мертвых.
А жертвоприношения будут? Я бы так не шутил. Это что, проклятое место? Утверждать не буду, но именно здесь, по старинному преданию, проходит граница с миром мертвых. А вы что, ее охраняете? Кто-то странным образом исчезает, кто-то, кого давно считали пропавшим, возвращается. Ну, это же байки все. Ну, фольклор. Кажется, это машина доктора. Давай, давай, держи, держу. Аккуратно, назад. Что случилось? Дорогу. Что? Идем. Мы поссорились. Дина побежала сюда, на берег. И не заметил, как она оказалась в воде. Доктор, что с ней? Да не мешайся. Если с ней что-то случится, я не знаю. Она жива? Доктор. Дина. Павел, что с ней? Жива. Жива, успокойся. Надо звонить в полицию. Дина. Не надо полицию. Никто не виноват. Я сама. Тушка, вы не нервничайте. Приедет полиция и разберется. Надо допросить парня. Послушайте, дамочка, я не знаю, зачем вы здесь, но лучше не испытывать мое терпение. Я не с вами разговариваю. А придется со мной. Я врач, а это моя пациентка. Едем в больницу. Аккуратней. Аккуратней, похоже, у девочки сломано ребро. Поднимайте. Хорошо. Помогайте. Тише. Тина, держись. По-моему, все понятно. Они поссорились. Парень ее столкнул в воду. Она его выгораживает. Возможно, так и было. Возможно, она выгораживает не парня. А кого? А кого-то третьего. Ну, я понимаю, что он вам не нравится. Это третий. Но это как-то чересчур. Нравится, не нравится. Причем здесь это? Не понимаю. Во что были одеты? Они все... Она в оливковой куртке, джинсы. У него рыжая куртка, джинсы, ботинки. Да. Психованный доктор в синей клетчатой рубашке, шарф и темная спортивная куртка, так? Не понимаю, к чему вы клоните. Ну вот, что я только что нашла у воды. Ну и что? Ее к ним не пришить. Возможно, она пролежала там 100 лет. Не думаю. Ну что, поехали? Пойдем.
Вы чего? Дежавю какое-то. А где у вас здесь отделение полиции? Отделения нет. Только опорный пункт. Сойдет? Не было там никакого криминала. Несчастный случай. Вам же все объяснили. Я люблю первым делом знакомиться с представителями правопорядка, коллегами по жанру. Может, сюжет подбросят? Я понимаю. Только вы приехали поздно. Или наоборот, слишком рано. В смысле? Старого участкового похоронили 2 недели назад. А нового пока сюда не добрался. Ждем. Что случилось? Он умер. Послушайте доброго совета. Не вмешивайтесь в чужие дела. Остров этого не любит. Я как-нибудь сама разберусь с островом. Вещи помогите донести? Здравствуйте. Добрый день. Агата, Север, плюс один. Мы ждали вас раньше, с катером. Меня зовут Вета. Очень приятно. Мы знакомились с достопримечательностями, наблюдали за заплывом местных жителей. Простите. А у вас тут жизнь бьет ключом. Два номера. Люкс и полулюкс. Распишитесь, пожалуйста. Пройдемте, я вас провожу. А давайте мы сами проводим. Не волнуйтесь, я справлюсь со своими обязанностями. Это у вас люкс? Да. Это у нас люкс. У вас много вещей. Ничего лишнего. Ненавижу гостиницы, поэтому вожу с собой все, к чему привыкла. Например, бенинский леопард бронза, 18 век. Я без него и строчки не напишу. Писательские странности. Гюго, например, голым писал. Но у нас на острове развлечений мало, зато есть очень хорошая библиотека. Вы, наверное, никогда не хотели уехать? Хотел, уезжал, возвращалась. Почему? А, рассказали уже про ваши страшилки островные. Арвур? Да, он кто? Заведующий библиотекой. Странный человек. Почему? Слушай, мы поссорились. Она побежала к берегу. Ее долгое время не было. Я пошел ее искать. А потом я вижу, она недалеко от берега. Я позвал на помощь Павла.
И вместе мы уже достали ее из воды и пытались привести в чувство. С ней все будет хорошо, Потап. Уже видите меня персонажем? Мне-то что, есть хорошая история? Девочка потеряла мать, выросла с отцом. Отца любила, он женился во второй раз. Вывод – время лечит. Хороший? Банально. Да? Ну, ладно, не буду вам мешать. Зовет меня капитан Сорвиголова. Иногда. А я Маруся. Только Маруся больше никто. Иногда бываю Марией Никитишной. Марусе нравится мне больше. Да? Ну, договорились. А ты здесь живешь? Пока папа на работе, а потом он меня забирает. Так за мной Динка присматривает. Не очень-то у меня получается. Динка? А почему не получается? Она хорошая, только нервная. Папа ее жалеет. А Антон ее жалеет? Антон ее жених. Только не ссорится все время. Так ты придумала, от кого прячешься? Не придумала. Слишком много вариантов. А давай ты будешь прятаться от меня? От тебя? А давай мы так сделаем. Я от тебя сейчас спрячусь, а если ты меня не найдешь, то ты мне за это расскажешь про Дину и Антона. Идет. Только ты прячешься по-настоящему, чтоб я тебя не сразу нашла. Ну смотри. Тогда считай. Давай, считай. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Не слышны мои шаги. Как найду тебя, беги. Раз, два, три, четыре, семь. Мне не жаль тебя совсем. Прятаться ведь нет нужды. Не минуешь ты беды. Пожалуйста, вы ведь Агата Север. Наверное, я уже не знаю с вашими островными неожиданностями. Счастлива вас приветствовать. Да хорошо, лучше помогите мне, пожалуйста, найти моего лет-агента. Она как сквозь землю провалилась в самый ответственный момент и телефон отвечает. Ну, проблемы со связью у нас постоянные. Погодите, так ваша помощница знает, где у вас встречи с читателями.
Наверняка она уже там. Где у нас встреча с читателями? Нашей северной русской природе поклоняться готов целый век. Товарищи, сколько же красоты-то вокруг нас в природе, в скульптуре. И вы пришли такие красивые. А как в народе говорят? Злой загадкой кота не серди. У нас в гостях гордость современной литературы, известная писательница Агата Север. Поприветствуем ее аплодисментами. Пожалуйста. А вначале короткая биографическая и библиографическая справка. Несколько лет назад была издана первая книга нашей дорогой уважаемой гости. А на следующий год сразу две книги вышли. Простите, а да, можно, да. Можно без церемонии? Просто поговорить. Ну, как знаете, вам виднее. Да. Как хотите. Здравствуйте еще раз. Задавайте вопросы, если у кого есть. Виталик! Виталик! Ну, смелее, товарищи! Ну, задавайте вопросы! Агата, скажите, Агата Север, это ваше настоящее имя? Это псевдоним. Как несложно догадаться. А почему именно Север? Все остальные громкие имена были уже заняты. Нет, именно почему Север? А потому что Север – это мы с вами. Это наши с вами реалии. Расскажите, пожалуйста, о своей личной жизни. Вы замужем? Сколько у вас детей? Что вы любите? Какие ток-шоу смотрите? Я поняла. На творческих встречах я говорю только о творчестве, а не о личной жизни. Михайлов. Что, простите? Вы Стаса Михайлова видели? О, Пашка, ну как там Динка? Жить будет? Ой, говорят, она позвоночник повредила, бедняжка. Вот спасибо большое. Ходит, чернеет, тучит, скоро бросаться на всех начнет, как собака. С Диной все в порядке, позвоночник не задет, жить будет. Где Вета? Хорошо, может, вы мне сможете помочь? Пропал мой литагент. Понимаете, о чем я говорю? Пропал человек. Издевательство какое-то. Я требую, чтобы вы организовали поиски. Несчастье с дочерью. Вы извините. Про вашу девушку слышала, но ничем помочь не могу. Можете. Надо мобилизовать людей и найти мою Марусю. Каких людей? Да, чертов остров. Вы про Марусю? Я ее видела, мы с ней играли. Играли? Прятки.
Наверное, она очень хорошо спряталась. Где спряталась? Здесь, в гостинице? Если бы в гостинице, я бы ее нашла. А так не нашла. Но я знаю, кто может помочь. Детей, собак, чау-чау, пауков, футбол, когда болит горло, и песню «Лыжи у печки стоят». Нужно ей помочь. Ты уверена? Капитан Сорвиголова не дает напрасных обещаний. Обедать будете? Буду. Тогда помогайте. Майя, а что ваша дочь делала в гостинице? Я целый день на работе, а там за ней всегда есть кому присмотреть. Видимо, за моим литагентом надо было присматривать. Она пропала, понимаете? Ее вещи на ресепшене, ее несколько часов уже нет, и телефон не отвечает. Телефон не показатель. Да, не показатель, но на этом острове у нее никого нет. Никаких друзей, знакомых. Я чувствую, что беда какая-то произошла. Даже боюсь про это говорить. Драматизируйте. Это утренняя ваша девушка Дина. Она где сейчас? В стационаре. Может быть, Маруся хотела с ней поговорить. Надо сейчас туда идти. Обед. Сейчас. Посиди дома. Аккуратнее. Вы кто по специальности? Хирург. Сейчас больше врач общей практики. Могу мимикрировать под патологоанатома, если понадобится. Неудачная шутка, согласен. Может, домой ушла? Проблематично. Почему? По общему состоянию. Послушайте, они обязательно найдутся, обе девушки. А может быть, уже нашлись. Я видела что-то важное и упустила, я не понимаю, что. Дина какая-то непонятная, Антон мутный. Странная пара, да? Остров у нас маленький. Но они любят друг друга, насколько я знаю. Насколько? Мы все на виду. Так, на таких маленьких островах и происходят самые страшные бездны. Да Антон-то бездна. Он слишком правильный. Богословием увлекся, когда год назад Динка сбежал на материк. Даже хотел постричься в монахи. Что же не постригся? Любовь вернулась. Мне понравилась ей столичная жизнь. Как когда-то старшей сестре. Сестре? Видите, мы должны были познакомиться. Они сводные сестры по отцу. Ветина мать погибла при крушении парома лет 35 назад, как раз в канун Кирген-Пяйве. Темная история, масса жертв, и здесь не любят об этом вспоминать. А отец после женился снова, потому что время лечит? Ну, не верю, что Антон хотел утопить Динку. Я тоже не верю, но по другой причине. Здравствуйте. Доктор, как моя доченька себя чувствует? Уже лучше, намного. А я вот. Потом, наверное, позже подойдет. Вот это категорически. Почему? Я дал ей снотворное, ей нужен покой и диета. С этим-то что делать? Ну, может быть, завтра, а сегодня нет. Хорошо. Вы уже нашли свою помощницу?
библиотека. Далеко за старым маяком, надо на машине ехать. Мне нужна библиотека. Может, объясните, что происходит? Хорошо, это история лет 300, может быть, даже 2000. Есть, с одной стороны, хромоножка, а с другой излюбленная всеми красавица. Между ними отец, которого люби, хотела бы на всех. И хромоножка умна, она бы тоже хотела любить. Но из нее начинает сочиться ненависть. А ненависть удержать даже сложнее, чем любовь. Классический сюжет, не правда ли? Но есть и другая сторона. Я за машину. Здравствуйте, мне нужен Арво Пуспани. Как прошла встреча? Я думаю, вы знаете. Что поделать? Местные жители небольшие ценители литературы. Вы библиотекарь? Ваша основная задача – заполнять формуляр, писать дату выдачи и выдавать книгу, верно? Это моя обязанность. А зачем вы нарисовали цветок у даты выдачи? Что, был романтический порыв? Ну, очень правдоподобно получилось. Фиалка? Символ имени Виолетта? Так Вету обозначено у вас в формуляре? Она заходила сегодня в библиотеку, брала книгу и могла оказаться на утесе. Это рядом совсем. Я пуговицу там нашла от ее осенней куртки. В общем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, Вета пыталась убить Дину. Позвольте. Послушайте, одна строит версии, другая ходит здесь кругами, вынюхивает, высматривает. Вы думаете, я шутил? Уезжайте отсюда, остров не любит чужаков. Кто высматривает? Ну, это ваша литагент. Где вы видели Марусю и когда? Здесь несколько часов назад спрашивал, как пройти к старому форту. Где это? На севере. У вас все на севере. Что вы делаете? Здесь уже года 4 никто не швартуется. Но пакостное, течение быстрое. Неожиданно. Как раз наоборот. Катер-то ушел без меня. Пришлось вот лодку арендовать. Рейсы нерегулярные. Так нужно было сюда добираться? Так нужно. Служба. Позвольте представиться. Капитан Татаринов. Новый местный участковый. Вы-то нам и нужны. Это что, есть старый форт? А что мы, собственно говоря, должны найти? Я надеюсь, мы ничего и, главное, никого не найдем. Держите фонарь, сведите. Марусенька, что с ней? Без сознания, ваш литагент. Жива она, жива, не волнуйтесь. Кто-то сильно саданул ее по голове. Это Вета. Видимо, Маруська выведала что-то. Доктор, сделайте что-нибудь. Надо найти. Что найти? Антон. Пульса нет, она мертва.
Ну что? Смерть наступила не более получаса назад. Судя по странгуляционной борозде, задушена чем-то вроде тонкого каната. Или электрического шнура. А вы что, имеете отношение к судебной медицинской экспертизе? Скорее в медицине. Я местный врач. Дымов Павел Аркадьевич. Ага, я понял. В общем так, Павел Аркадьевич. Нужно срочно покинуть место преступления, как можно осторожнее, чтобы не затоптать улики. Да, еще мне нужна связь с материком, чтобы вызвать оперативную группу. Никого вы сегодня не вызовете, здесь связь плохая. А покажите-ка свое удостоверение. Оно утонуло. Вместе с сумкой и с другими документами. Да, я видел. Может, вы видели, кому моя сумка помешала? А? Сейчас самое место и время это обсудить. Слушайте, вы писательница. Вы сидите и пишите, занимайтесь своим делом. А я буду заниматься своим. Значит так, вы сейчас едете в поселок? Нет, сначала к себе в лазарет. Девушке помощь нужна. Я с вами. Куда вы с нами? А если убийца вернется на место преступления? Он обнаружит не больше, чем я обнаружил. А вы что-то обнаружили? Не ваше дело. Значит так, поехали, и по дороге расскажете мне, кто такой Антон. Пойдем, пойдем. Допустим, Хромоножка ненавидела свою сводную сестру, всю жизнь ей завидовала и решила ее убить. А Антон отомстил за невесту и... Нет, не сходится, этого не может быть. Антон, он импульсивный, неуравновешен, он не мог бы хладнокровно задушить Вету проводом. Вот Вета могла бы, но жертва именно она. Может, чаю? Я пойду проверю нашу пациентку. Что случилось? Где папа? Ну как, в больнице, а что? Заведись, у нас, конечно, проблемы не только с ним. Это Лоухи. Кто? А кто это Лоухи? Ведьма. Она старая. Я ее видела. Ты знаешь, я тоже сегодня видела ведьму старую в библиотеке. Ведьма не ходят в библиотеку. Знаешь, как практика показывает, только они туда и ходят. Маруси, папа ее нашел? Можно и так сказать. Я же говорила, папа всех спасает. Он один, когда она вернулась. А что, когда она вернулась, ее надо было спасать? Она сама так сказала. Вы меня спасли. А папа сказал, не волнуйся, никто ничего не узнает. Я слышала. У тебя папа герой? Он умеет хранить тайны? Послушай, он сейчас занят. Подойдешь ему здесь внизу, он тебя заберет. Пойдем. Хорошо. А у него бородавка на носу есть? Ну, у этой Лоухи твоей. А? Есть. Есть? Большая? Очень. Давай, заходи. Этот остров, между прочим, не лучшее место для детей. А для кого лучше? Можете навестить вашу помощницу. Шапку сними.
Привет. Как ты? Нормально. В следующий раз нужно будет такого рода форс-мажор вносить в доп. Соглашение. Угу. Выйдите, пожалуйста. Маруся молит агент. Она будет говорить в моем присутствии. Это нормально. Хорошо. Но вопросы здесь буду задавать я. Давайте продолжим. Вы видели нападавшего? Нет. Я зашла, увидела Вету. Угу. Я хотела кого-то позвать, а потом все, ничего не помню. Убийца хотел обезвредить ненужного свидетеля, это же ясно. Молчите. Скажите, а как вы оказались в подвале форта? Мы играли в прятки с девочкой в гостинице. Что за девочка? Майя, дочь доктора. Вы вездесущий ребенок. Продолжайте. Угу. То есть вы играли и спрятались в подвале форта? А, нет. Тогда считаем. Давай, не подглядывай. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Не слышны мои шаги. Как найду тебя, беги. Раз, два, три, четыре, семь. Мне не жаль тебя совсем. Прятаться ведь нет нужды. Не минуешь ты беды. А ну, погоди. Мы еще не договорились с тобой. Не о чем нам с тобой разговаривать. Нет, есть о чем. Ты что думаешь, всех в кулаке держишь, да? Да тебе держать не надо. От тычка развалишься. Пошел вон отсюда, недоумок. Ну ты и тварь, Вета. Да. Мы так не договаривались. Что за обстоятельства? Хорошо. Старый форт. Да. С кем она разговаривала? Хорошо. И дальше что было? Дальше она ушла, а я решила пойти за ней. Зачем? Не знаю. Интересно. То есть вы пошли за Ветой, незнакомым человеком, просто потому что вам интересно? Да. Я хотела последить за странными людьми. Это нормально. Продолжи. Вот. Она зачем-то сходила в библиотеку. Там я ее потеряла, меня отвлекли. И я спросила у Арва, как пройти к старому форту. Арва это кто? Арва за библиотекой. Любит вешать мистическую лапшу на уши. Ну вот все, дальше вы знаете. Ясно. Паренька сразу узнаете. Высокий, худой, темненький, тревожный. Он здесь один такой. Как вы думаете, он мог задушить ее электрическим проводом? Это вряд ли. Я понял. Разберемся. Я поехал. Могли бы с ним поехать. Я бы за девочками присмотрела. Я сам присмотрю, так надежно. Надежнее было бы проводку починить, а то сгорит ваша VIP-клиника. И за клиникой своей я тоже сам присмотрю. О, вводите правоохранительные органы в заблуждение? Мне нужно увидеться с Диной. Это плохая идея, Антон. Я просто тихо посижу и не буду никому мешать. Это невозможно, потому что она пропала.
как? Ну как, исчезла, испарилась, что непонятно. Помолчите, пожалуйста. Это правда? Да. Если... если замешана эта тварь Вета... Даже если замешана, предъявить вы ей ничего не сможете, потому что ее убили. Да. Это я ее убил. Я. Может, все-таки расскажете, как все произошло? Что? Ну, как вы убили Вету? Задушили, зарезали, пристрелили? Я не знаю, мямлите уже что-то 10 минут. Да кто вы такая? Антон, чай будешь? Нет. И с ней говорить тоже не буду. А знаете почему? Потому что вы ничего не знаете. Вы не знаете, как это произошло. Вы не убивали Вету, вы выгораживаете свою невесту Дину. Нет. А Вета знала что-то про свою сводную сестру и скрывала. Что-то такое, что произошло не здесь, иначе бы все про это знали. Что там случилось? Замолчите! Что произошло? Это не ваше дело. Послушайте, хватит, а? Добрый вечер. Добрый вечер. Зачем вы встали? Все в порядке, мне лучше. А Майя где? В палате рисует. Вы нашли планшет? Какой планшет? У Веты была сумка с планшетом. Ну, вот планшета у нее точно не было. Может, в библиотеке оставил? Если планшет все-таки был, то два варианта. Либо его забрал убийца, либо он в библиотеке. Вы же не собираетесь отправиться к Арво? Собираюсь прямо сейчас. Без машины. А я все равно не умею водить. Подождите, я с вами. Исключено. Вы слишком слабы для этого безумия. Она сумасшедшая. Это я вам как врач говорю. Это да. Он всегда добивается своего. Вот что. Оставайтесь здесь с Майей и запритесь на все замки. Хорошо? Чертов остров. Старый участковый мастерил. Здесь таких скульптур штук 100 по всему острову. А хобби это странное, основной работе не мешало? Да вас тоже хобби ничего себе рыться в чужих вещах. Зачем вы залезли в медицинские карты? А я хотела посмотреть, что за тайна, которую вы обещали хранить деньги. Вы обещали деньги хранить тайну? Откуда вы знаете? Неудачный аборт. Гематомы. Неверно сросшееся запястье. Недолеченное венерическое заболевание. Все это было в карте Дины. Можно было вообще ее уничтожить. Кто-нибудь мог про это знать? Вета могла? Нет. Когда меня нет в больнице, картотека закрыта. Вета недавно ездила на материк, может быть, там разузнала что-то. Дина рассказывала вам что-нибудь? Нет, она очень скрытный человек и очень ранимый. Настолько, что может убить? Нет, скорее умерет сама. Про это я не подумала. Арва!
случилось? Ничего страшного, ссадина до свадьбы заживет. Пустите его. Ну что, все живы? Вроде бы. Вот поймал на выходе из библиотеки. Да я никого не трогал. Когда я пришел, Арва уже был без сознания. А? И выбежал за помощью, так? Да, увидел незнакомого человека. Вас. И побежал, мало ли. Давай знакомиться. Я ваш новый участковый. Я тебя, Антон, достаточно знаю, чтобы отправить тебя под замок, пока не прибыла следственная группа. Раз, раз, раз. В общем, понятно, кто-то здесь уже поковырялся. Не работает она. Я поверить не могу. Не надо было ей туда идти. А вы знали, что Вета туда пойдет? Зачем? Она только сказала, что завтра уедет отсюда навсегда. Это такой остров. А давайте без вашей островной мистики. Ну, вы же сами видите. Она была какой-то странной, необычной. Она сказала, если с ней что-то произойдет, передать ее планшет новому участковому. И все? Еще говорила про свою мать. Никогда не вспоминала, а тут сказала, время пришло. Сначала долго смотрела на фотографию. Какую? Вон ту. Нет здесь никакого планшетника. Вставай. Пошли в участок. Поднимайся, поднимайся. Ну вот и планшет пропал. И вы тоже не задерживайтесь. Почему Вета не отдала планшет раньше, еще старому участковому? Не знаю, он был хороший человек, хотя и замкнутый. Страшный педант. Они задолго перед смертью они виделись, хотя раньше избегали друг друга. Почему? Здесь не принято расспрашивать о таких вещах. А этот участковый, его смерть? Врага на отек легкого, ничего криминального. Он жил один? Говорят, у него был сын, то ли умер, то ли пропал без вести много лет назад. Угу. Куда, интересно, все-таки подевалась Дина? Прячется Дина. Пошли. Знаете, в чем прелесть этого острова? Каждый день открываются новые места. Тут рядом есть заброшенный особняк. Сегодня утром оттуда выходила женщина с корзинкой. Потом я ее увидела на ресепшене. Ее зовут Варвара. Это мать Дины. Да. Что делала мать Дины в заброшенном особняке? Обещала дочь, которая там прячется после убийства.
Я же не могла ошибиться. Дина! Дина, выходите! Антон признался в убийстве, и если вы не выйдете, то его обвинят. Он здесь ни при чем. Я тоже, я никого не убивала. Я провалила вступительный в педагогический. Думаю, а как было вернуться? Я ведь сбежала отсюда, отец никогда бы меня не отпустил. Что случилось потом? Девчонка, с которой мы снимали квартиру, предложила устроиться танцовщицей в клуб. Я согласилась. Поначалу все было хорошо. Потом у меня отобрали документы. Потом начался настоящий ад. Каким-то чудом мне удалось сбежать. Я просто хотела забыть об этом кошмаре, никогда не вспоминать. Но мне напомнили. Вета? Да. Она страшный человек и ни перед чем не остановится. Не знаю, как она узнала. Нашла свидетелей. Все эти ее поездки на материк. Она вас шантажировала? Да. Она хотела сломать мне жизнь. Вчера утром она обо всем рассказала Антону. Вы хотели покончить с собой? Я не знаю, что на меня нашло. Одна только мысль, что отец может обо всем узнать. Антон ни в чем не виноват. Я пойду с вами и расскажу все, как было. Подожди, давай не будем торопиться. Мы соберем побольше сведений и постараемся доказать вашу невиновность. Сколько мы уже здесь? Второй день. С ума сойти. Я уже ненавижу весь этот остров, всех жителей, и мертвых, и живых. Так, понятно, что Дина ни в чем не виновата. Кто убил Вету, вообще непонятно. Может, Варвара? Мать спасает дочь ценой убийства, может быть? Да. Пойдемте. Это у вас местная флора-фауна? Что? Ну, звери, птицы, они... Здесь живут, жили. Марусь, а всего-то навсего нужно было вовремя улететь. Нам Дина все рассказала. Значит, вы ее нашли? Это было несложно. Потап человек непростой, он хоть и добрый. Но ошибок не прощает. Как я могла отказать Динке после того, что с ней произошло? Но она не виновата. Ни в чем не виновата. Конечно, у Веты характер был скверный. Но я ее жалела. Знала с самого детства и жалела. Думала, что смогу заменить ей мать. Так вот это. Я ей Потапу-то с трудом жену заменила. Он очень любил свою жену. Марина. Да, очень. Невероятно красавица была. Мне кажется, что Потап до сих пор винит себя за ее смерть. В тот день, когда все случилось, он и замолчал. За все эти годы ни одного слова. Они тогда поругались, сильно поссорились. Сейчас. Как же твоя версия? Да никак.
зовут Марина. Что случилось? Может, объясните, что происходит? Какое-то недоживе. Я была здесь, когда мне было 4 года. Что? Мы приезжали с родителями на празднование этого Киргинпяева. Но они никогда не хотели вспоминать об этом. Теперь понятно, почему. Крушение парома? Да, я очень хорошо помню. Была маленькой девочкой. Я заблудилась здесь, бродила, но родила на здании, в дом, с фигурами так. Деревянными. И в окне увидела мертвую женщину. Это была Марина. Она была на пароме, когда он... Нет, ее убили до этого, до крушения парома. Сейчас ты идешь к нашему безотказному доктору, а потом к Потапу. Так. Через 30 минут встречаемся у заброшенного особняка. Беги! Вам помочь? Нет. Рация оказалась бесполезна. Я в курсе. Я бы сам отвез задержанный материк, но катер еще не на ходу, а в такую погоду вести человека на лодке я не буду. Части документов не досчитался, поэтому пришел сюда. Надо же так запустить дела и документы хранить дома. Старый человек был. Был. Идемте. Куда? Идемте, это важно. Надо сломать эту стену. Вы понимаете, что вы ищете проблемы на свою голову? И не маленькие. И я вам их обещаю, если вы не прекратите самоуправство. Разделитесь, понимаешь, с Шерлок Холмс, девчонок. Ну, развели или нет, разберем. Вы бы лучше помогли, кстати. Доктор, стену надо эту сломать. Разрешите? Thank you.
Держите. Проходите. Мне кажется, вот здесь. Тело пролежало здесь несколько десятилетий. Ей проломили череп каким-то острым предметом. Это Марина, первая жена Потапа и мать Веты. Так она же утонула. Нет, убийце крушение парома пришлось на руку. Он решил не бросать ее в воду, так как только бы ее обнаружили, стала сразу ясна причина смерти. Он оставил ее здесь. Я видела ее мертвой. В библиотеке у Пусплина есть фотография, старая фотография вот этого особняка. И вот этот вход еще не заложен кирпичом. Обязательно выясним. К сожалению, здесь человек новый. Вы говорили, что незадолго до смерти старый участковый встречался с Ветой. А Пусплин сказал, что когда Вета увидела гравюру, она вспомнила про мать. А что, если старый участковый решил покаяться перед смертью? Рассказал про страшную трагедию, которая случилась 35 лет назад. Совершенно невозможно. Вы его не знали. Это был глубоко порядочный человек. Хорошая версия. Старик вполне мог быть убийцей. Нет, не мог. Вета шантажировала кого-то перед смертью. Из-за этого поплатилась. А участковый уже умер к тому времени. Вы где? Здесь. Случилось? Ревность? А через 35 лет убили Вету? Что вы такого говорите? Разве может отец хотеть убить свою дочь, которую он так сильно любил? Я буду вынужден вас задержать до выяснения обстоятельств. Рацию починили. К нам не присылали участкового. Кто вы такой? Еще про эту возню с лодкой. Вы не приплыли. Вы пытались уплыть. А не покажете шрам на руке? Thank you.
это было твоей дочерью. Я связался с материком. Катер может быть только утром. Скажите, откуда вы узнали про шрам? Я всегда знала. Одна маленькая девочка приехала на остров с родителями в год страшной трагедии крушения парома и стала случайной свидетельницей преступления. Убийство. Много она не поняла, что-то не запомнила, но какие-то детали. А потом она выросла и стала писательницей. Да, вернулась на остров. Странная штука память. Это не было убийством. То, что произошло с Мариной. Это был несчастный случай. Все было несчастным случаем. Особенно ее любовь ко мне. Вы ее не любили? Юношеское увлечение. Опрометчивые клятвы, пустые обещания. Я уехал на материк, женился. Она вышла замуж, когда потеряла надежду. Я приезжал к отцу нечасто. Мы с ней встречались, да. Она говорила, что задыхается на острове. Говорила о своей любви. Как было ее не утешить? Действительно. Я ей ничего не обещал. Я ей не врал. Но и всей правды не говорил. Она хотела бросить мужа ради меня. Когда-то я ей сказал, что уже несколько лет женат. Она закричала, что хочет сообщить мне нечто важное, о чем до сих пор молчал. Непреднамеренное убийство. Несчастный случай, слышите? Когда я вернулся с отцом, Марина была уже мертва. Ее уже невозможно было спасти. Крушение парома стало для меня шансом. Отец сказал дознавателям, что увидел, как Марина поднялась на паром. Потом он помог мне спрятать тело, потом он сказал, что... У него больше нет сына. И мы с ним не виделись. Ни разу. А неделю тому назад объявилась Вета. Она потребовала крупную сумму денег за собственное молчание. В сумке были деньги для нее. Возможно, если бы сумка не утонула, возможно, все было бы совершенно по-другому. Возможно, было бы много сумок и много жертв. Если бы я знал... Если б я знал, что Вета моя дочь. Я уговаривал ее
подождать. Она рассмеялась и сказала, что сумма удваивается. Доказательства у нее на планшете. И я понял, что это никогда не закончится, если ее не остановить. Вы меня понимаете? Нет. Следующую книгу назову «Северное сияние». Вернулась с чистым сердцем, потрясающим сюжетом и новой героиней. И кто она? Ты. Только умная, как я. С моим обаянием и искрометным чувством юмора. А это надо записать. Откуда? Женщина, это моя мать. Но она умерла за 5 лет до даты. На снимке здесь написано 1998. Мы возвращаемся.